ему больше сотни лет. Они вооружены. Не знаю, дай подумать. А что все молчит? Да, мы в ловушке. Черт, что же делать? Черт, да заткнись ты. Что за черт? Нашла. Thank you.
Что с тобой? Алекс еще не вернулся. Помогите! Помогите! Это Уитман! Иона, помоги! Сколько их? Не знаю. Вы ранены? Я никого не вижу. Наверное, я их спугнул. Как же я бежал. И даже не вспотели. Я крепче, чем думал. Вы могли бы привести их к нам, как тогда, во дворце. Что? Все было не так, Лара. Они схватили меня, когда ты освобождала Сэмми. О чем это вы говорите? Они сказали, что только при этом условии оставят вас в живых. Я хотел вас предупредить! Послушайте, вы двое! Мне все равно, что между вами происходит, но у нас на это нет времени. Я надеялся, что... Доктор, еще слово, и клянусь, я сильно прорежу вашу белоснежную улыбку. Все, все, хватит. Если мы тут передеремся, все погибнем. Ты прав. И лишь поэтому ваши зубы еще целы, ясно? Я иду за Алексом. Где были инструменты? В машинном отделении. И будь осторожнее, Лара. Ладно, мы скоро вернемся. Лара, постой! Вот, возьми этот лук. Я его нашел и приберег для тебя. Он мощный. Из такого стрела что угодно пробьет. Спасибо, Иона. Стоит у берега за утесами. Новый лук пригодится тебе в пути. Наверное, идти лучше через скалы. Эти ублюдки больше не показывались? Нет, все спокойно. Если они там, я не знаю, чего они ждут. Если они там. Слушай, Лара, знаю, ты не доверяешь Уитману, но мы должны держаться вместе. Может, он слишком увлекся этим островом, но я не думаю, что он нас предаст. Надеюсь, ты прав.
подхожу к Endurance. Что именно тебе нужно? Алекс, мы уже начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не починить. Ладно, понял. К тебе идет Лара, дождись ее. Лара? Нет, я сам все сделаю. Вхожу, отключаю рацию. Алекс, что ты делаешь? Обожжен по краям. Что случилось с хозяином? Я подхожу к Endurance. Что именно тебе нужно? Алекс, мы уже начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не починить. Ладно, понял. Тебе идет Лара. Даже... Ну что, Рейс, я подхожу к Endurance. Что именно тебе нужно? Алекс, мы уже начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не починить. Ладно, понял. К тебе идет Лара, дождись ее. Лара? Нет, я сам все сделаю. Вхожу, отключаю рацию. Алекс, что ты делаешь?
Этим пользовались песцы китайского императорского двора. Что случилось с детьми?